Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Банча калпатару вашки пасинд бевача, патитананг пабуне бхавишна вибью намо намах, муканкароти вача ланг пангун ланг хетгирим, ятки патаманг банде параманандо мадвам, бендавы тусиде буйпиавы кешвасача. Шна бхакти паде деви сатто баттои намо намаха Нараяна намаскритто наранча ива нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Шанкиртане кришна катху пудеши Гаурия патрашо пракасанеча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дхейям Сада Парибхабхагнам Абишчадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванахачандамани Чатая Бисфуриджита кемепикупавадушвадарш, Пуранану рагра сасагра сарамурти, Сарадхи камахи кадакхам круш. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхита гададхара сивасадихи гаура бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддхита гададхара сивасадихи гаура бхактавинда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужоу канука бодато Санкиртанай капитару камала аятакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палау Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита бхужоу канука бодато Санкиртанай капитару камала аятакшу Вишамбару диджавару джугадхарма палау Банде ягат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅg Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхажави Шанатам Бхаги Шаджушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясти Дэй Самбхи
Твам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сансара Синдуттаране Хидаям Джадишад, Шанкиртанамритарасе Рамате Манусчет, Премам Будху Вихаране Джадичитта Бити, Чайтанна Чанда Чаране Курутанурагам, Чайтанна Чанда Чаране Курутанурагам, Сангсара Синду Уттаране Хидаям Джадишад, Шанкиртанам Ритарасе Рамате Манусчед, Премам Будху Вихаране Джадичитта Бити, Чайтанна Чанда Чаране Курутанурагам, Чайтанна Чанда Чаране Курутанурагам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told that Bhagavad Kripa cannot come directly to us. Bhagavad Kripa can come to us through Tat-shakti, Tat-prakas, etc. Tat-shakti, Tat-prakas, etc. Gauriya Goshthipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Bhagavad Kripa cannot come to bonded soul directly. Gauriya Goshthipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Bhagavad Kripa, она может прийти к нам только через Тат-шакти, Тат-пракаш, то есть через Гуру Вайшнавов, только так. Если мы не можем понять, обусловленная душа не может получить никакого вдохновения чтобы совершать баджан, если она не будет видеть перед собой сияющего примера. Обусловленная душа, она не может получить вдохновение совершать баджан, если она не будет видеть перед собой такого сияющего примера. Кто-то может как-то на показ делать как-то силы баджана искренне. Они не могут получить вдохновение в баджане, не видя перед собой такого сияющего примера. Если обусловленная душа может видеть такой сияющий, прекрасный пример перед собой, то тогда она получит вдохновение. Это главное. И вот много раз я говорил, что те, кто несут, держат флаг Бхагавад-дхармы, те, кто заявляет, что они следуют Чайтанья Махапрабху полностью, каков стандарт? Кто может сказать и подтвердить то, что кто-то является, следует как следует и является таким сияющим примером на пути баджана? В этом главная проблема. Конечно, каждый может заявлять, как можно увидеть на том берегу реки. Множество сахаджи живут, говорят, что они следуют Шри Чайтанья Махапрабху. Хотя по факту видно, что ничего подобного. Ну, так каждый может заявлять, что они следуют Шри Чайтанья Махапрабху, но кто-то может оценить качество их следования. И в этом большой вопрос. И поэтому наша Гурварга говорит, что мы можем... И вот мы можем видеть пример, который показан Шрила Сваруп Госвами. И авторитетность того, как и чему следуем, все должно быть одобрено Сваруп Госвами. Понимаете, что я хочу сказать? Весь мир может голосовать за какого-то знаменитого, популярного
Ачарью, но какое дело это относится к нам, к тем, которые следуют Шри Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати. Мы хотим видеть пример Сварупа Госвами. Как мы знаем, если мы принесем какое-то золото какому-то ювелиру, что ювелир будет делать? У него есть особый камень. Он потрет золото этим камнем. Есть много способов тестирования золота. Вот это один из них. Потереть каким-то камнем. Можно как-то примерно определить качество и достоверность потом. Gold is such a metal, if you go on beating, so much, so fine file you can make, but still cannot break. Потом золото может на дактилити с качеством, по-русски не помню, как это. В общем, если можно его сдавливать до состояния тончайшей фольги, он не порвется. Это одно из качеств золота, то можно определить. И другие процедуры тоже есть, с помощью которых можно определить качество золота. И таким образом, наше поведение, наш характер, наше суждение, наше сиддханта, наше мировоззрение, все должно быть одобрено Сварупа Госвами. И тогда Шрила Прабхупада одобрит нас. Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они по факту, они являются, они подобны идеалам, они подобны мерным этим примерам, которым мы должны следовать. Махапрабху сказал Сварупа Госвами во время Гунди Чамарджана. Это обширная тема, я не буду подробно обсуждать, у нас другая отдельная большая тема. Вот в процессе Гунди Чамарджана Лилы один брахман Гауди, очень просто сердечен, он пришел с горшком воды и полил этой водой стопы Махапрабху. Он явил лилу гнева, потому что хотел дать нам пример, что внутри храма мы не должны омывать кому-то стопы. То, что Брама сделал, это как бы не совсем плохо, поскольку Махапрабху сам Джаганнат, но все же Махапрабху, он явил такую лилу и сказал: «Где же Сварупа, иди сюда, что случилось? Смотри. Твой Гаудия, будьте осторожны». Он сказал такие слова, что твой Гаудия, смотри, что делает. Это значит, Махапрабху хотел показать Сварупа Госвами то, что ты буквально предводитель всего Гаудия общества. Никто не может пересечь тебя. Никто не может нарушить те примеры и правила, которые ты дал. Много вещей описывается в сочетании Чайтамрити, и мы все Гаудии. Мы должны следовать стандарту, который основан, показан Махапрабху в виде Сварупа Госвами. И можно также вспомнить, что если кто-то приходил с какими-то с произведениями, которые они написали, с какими-то стихами там, или еще чем-то, то правило было таково, что сначала нужно показать Сварупа Госвами, если Сварупа Госвами это одобрит, то потом можно было Махапрабху это показать, иначе Махапрабху ничего не слушал. Это правило было установлено Махапрабху, что если кто-то что-то пишет, то перед тем, как показать это Махапрабху, это
должно быть одобрено Сваруп Госвами. И потом, если Сваруп Госвами думает, что это хорошо, что нет никаких проблем в этом относительно Сиддханты, Расабасы и остального, чтобы не было вот Расабаса. Расабас — это неправильное смешение рас. Как Яшода, если кто-то пишет, рассказывает о том, что Яшодама смотрела на Расалилу Кришну, это ахинея, это вот как раз Расабас такой, не может быть, даже теоретически. Раса в соответствии с качествами, поскольку Яшода, она пребывает в ватсале расе, в родительской расе, и для нее невозможно участвовать в любовной расе Кришны. Это невозможно. И поэтому множество расабаса, сиданта вирода, то есть неправильные сиданты, оно есть во всем мире, но кто может это определить и сказать, что есть правильно, что нет. Только вот Сваруп Госвами мог это сделать. Ему была дана такая обязанность, и даже те, кто получили полную милость Садгуру, они могут определить, где правильно сиданта, а где нет. Может, какие-то люди цитируют имя Прабхупады, говорят, что он что-то сказал, но если присмотреться и подумать, то множество таких людей придумывают, говорят какую-то отсебятину от имени Шрилы Прабхупады. Если мы будем следовать какой-то падшей душе, как нашему стандарту, то ничего хорошего не достигнем. И какого прогресса в нашей жизни мы можем ожидать, если мы следуем какой-то обусловленной душе? Может, люди очень так просты, глупы, но имеется в виду, еще не разобрались, кто есть кто, что есть что, и следует кому попало. То как можно ожидать улучшения на пути баджана? Это невозможно. И в этом главное, что сейчас, в эту Кали-югу, Майя она различными способами пытается отклонить нас от изначального пути в Бхакти. И вот если наш Гуру говорит, что вот если, когда Махапрабху был в этом мире, то можно вспомнить, что Чайтанья Чайтамрити, Чайтанья Бхагавати, там, может быть, им было были тысячи преданных, которые следовали Гуранге Махапрабху Нитьянанде. Нитьянанда и Гуранга, они не отличны друг от друга. И одно очень важное, что они следовали Чайтанья Махапрабху. Может, как-то по-разному, но они не совершали оскорблений. Тысячи преданных может быть там, но их изначальная цель была делать все для удовлетворения Махапрабху. И вот они все так или иначе пытались делать все для полного удовлетворения Махапрабху. Это была их цель. Но сейчас можно видеть, что цели у всех разные. Если бы наша цель, общая цель была едина, то не было бы никаких проблем. Если у всех разные цели, то получается
ничего хорошего не получается, как геометрия, если мы множество кругов будем рисовать из одного центра, то вне зависимости от количества кругов эти круги не пересекутся, а если будет несколько центров, то все они будут пересекаться. И поэтому множество всякой политики, борьбы, зависти и прочего. Почему это возникает? Из-за того, что мы не совершаем харибаджан должным образом. Если мы все совершаем харибаджан, стремимся к единой цели, то никакой борьбы, зависти не возникнет. И когда мы не совершаем харибаджан, то вопрос всякой борьбы, политики, разделения и прочего возникает и оскверняет наше сердце. И вот наш Гуру говорит, возможно, вы видели, что если кто-то не следует Чайтанья Махапрабху, немного отклоняется от Чайтанья Махапрабху, совсем немного вроде бы. Если Чайтанья Махапрабху, он отвергает его, как Валабхачарья, он гордился тем, что написал какой-то комментарий к Бхагаватам, а предыдущий комментарий ему не нравится, он их отвергает, и Махапрабху отверг его. Адвайта Гасай тоже отверг его, все отвергли его, кто нет. Поскольку Чайтанья Махапрабху отказался от него, то все его спутники тоже отказались от этого человека. Можно видеть Кала Кришна Даса. Кала Кришна Дас был отвергнут Махапрабху, когда Махапрабху вернулся. С Южной Индии, то Махапрабху сказал, это ваш Кала Кришна Дас, забирайте его. И также можно вспомнить, что маленький Харидас, он тоже совершил небольшую ошибку. Choto Haridas, immediately he was rejected by Mahaprabhu. Rejected by Mahaprabhu. This way, our Prabhupada, таким образом, Шрила Прабхупад, when, когда, following the total Siddhanta Vichara Gauranga, он следовал полностью всей Сиддханте Шримана Махапрабху. Этим я хочу сказать, что если вы хотите получить учение Шримана Махапрабху в первозданном виде, то когда оно было еще при нем, то мы должны следовать Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. Мы должны следовать Бхактинам Такуру, Шрила Кешава Госвами Махараджу, Шридхара Махараджу, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу. Мы должны следовать им полностью. И сейчас Шрила Прабхупад говорит, Бхаджива, обусловленная душа, она не может обрести милость непосредственно от Бхагавана. Но мы всегда должны зависеть от Гуру Парампары всю жизнь и после нашей жизни. И если мы отвергаем Гуру Парампару, то ничего не достигнем. Много раз я говорил, что признак чистого преданного в том,
что у него есть сильная вера в Гурудева и в Гуру Парампару. Если нет, то весь мир может за него голосовать. Они могут проповедовать по всему миру, но Сила Прабхупад не может принять этого. В этом главный признак. И если у нас есть материальные концепции, поскольку большинство людей, если не все, то 99,9% они заняты материальными наслаждениями. Кто-то может искренне признать, что у него есть какие-то материальные эти желания, что делать. Но большинство из людей не признают. В этом главная проблема. Большинство людей не признают своих недостатков, думая, что они великие ачарьи, все должны следовать, но почему вы не можете показать мне пример? То есть, иногда вот какие-то ачарьи заявляют о себе, что они там какие-то, что-то себе представляют, но если задать вопрос, если у вас хоть один ученик, который достиг чего-то серьезного, как можно, контрпример — это Харидас Такур. У него была одна из учениц, это Лакахира, она была бывшей проституткой, но смотрите, благодаря Харидас Такур она не просто превратилась в золото, а философский камень, который превращает других в золото. И большинство людей, у них есть материальные представления о жизни, материальные желания, сомнения в их сердце. И если они будут задавать вопрос Гуру Деву Вайшнавам, и главный признак чистого Гуру Вайшнавов, если у вас есть какие-то сомнения в вашей жизни, то Гуру Вайшнава не могут, подлинные Гуру Вайшнава не могут развеять все ваши сомнения. И это признак таких чистых гуру вайшнава. Они не могут обманывать вас, они просто развеют все ваши сомнения. Множество людей спорят на основе каких-то мелких вещей. Кто-то говорит, что какие-то великие ачарьи, и вот меня все вайшнавское общество благословило, я в общем, был какой-то знаменитый, популярный ачарья, лет 30 писал всякую ересь, и все как бы читали, делали вид, что ничего не замечают, но потом вайшнавское общество благословило меня, я написал протестную книгу на эту тему. Кто-то говорит, это невозможно, что Нитьянанда саньяси, как он мог жениться. Я сначала этот момент проясню, потом вернусь дальше. То есть какие-то люди думают, что Нитьянанда саньяси не мог жениться, а какие-то думают, что саньяси тоже могут жениться. И вот Сарабинду Рай, он совершал какой-то баджан, он жил во время нашей Шрилы Прабхупады, и вот он спросил у Шрилы Прабхупады, что за это короткое время вы построили более 50 храмов по всему миру. И Шрила Прабхупад сказал, что я хотел обрести такой живой Гаудия Матх. И что
Шрила Прабхупад хотел сказать под этим живым Гаудиматхам, это значит мобильный такой передвижной Гаудиматх. Слушайте внимательно, никто не может, не сможет дурачить вас, если вы поймете. Это я знаю, большинство людей пытаются как-то избегать, но я Харикатхина все же с полным энтузиазмом я говорю, что я, моя Харикатха, она это не то, с помощью чего я хочу получить славу и почести. Моя Харикатха — это наилучшее, наивысшее служение Шри Прабхупаде и нашей Гуруварге. Это не то, с помощью чего можно прославиться. Поэтому если кто-то служит или не служит, я не переживаю об этом. И вот таким образом Сарабинду Рай спросил: «О, Прабхупад, вы проповедуете так много, кто, сколько людей могут следовать вам?» И Шрила Прабхупад ответил ему, он был и вот сам Шрила Прабхупад, вечный спутник Шримана Махапрабху и Радхарани. И вот этот Сарабинду Рай спросил, сколько людей могут следовать этому во всем мире. И Шрила Прабхупад сказал, что мы не можем ожидать, что обусловленные души, которые заняты какими-то простыми материальными наслаждениями, или даже саньяси, Шрила Бхактивинода такого говорил, что это наше положение брахмачари, саньяси или еще кто-то, но не столь важно. Если кто-то совершает больше баджаны, чем я, то такой человек более важен, более значим. То есть значимость преданного проявляется по количеству, качеству его баджана, а внешне. Внешние какие-то атрибуты могут иметь какое-то значение, но это далеко не главное. Как сейчас можно видеть, любой может носить одежду там саньяси или брахмачари или еще какую-то. Но что толку от этого? Мы of the touchstone and sent by and you know given by Sarva Gosai. Sarva Gosai giving us one stone. If we rub you is you know 22 carat gold. Но с помощью Сварупа Госвами, он под этот Сварупа Госвами, он дал нам такой. Ну, как камень, которым проверяют качество золота, это Сиддханта Сварупа Госвами, и с помощью ее можно понять, кто есть кто, кто подлинный, а кто ложный. Но сейчас в процессе течения этого времени, что такое время? Вот на санскрите это Махакал называется. Мы вроде родились буквально вчера, уже постарели. И это наша научная, как сказать, объяснение нашей жизни, как можно математически представить нашу жизнь. Мы живем какое-то время, какие-то месяцы, недели, дни, часы, секунды, части секунд. Это наша жизнь в математическом таком виде. Кто-то родился в 1960 году, например, и оставляет тело. Вот сейчас можно посчитать, сколько он жил. Year,
И это, эти годы можно перевести в секунды. И те, кто искренне преданы, они всегда они всегда на чеку. Если они увидят, и можно увидеть, что такие чистые вайшнавы, они сияют подобно огню, поскольку они всегда в осознанном состоянии, о том, чтобы не терять ни секунды без Харибаджана. Они они думают о том, чтобы ни секунды их времени не проходило без Харибаджана. И вот какие-то глупые люди сравнивают падших саньяси с Нитьянандой, но такие люди, они никогда не смогут обрести милости за такое оскорбление. И вначале то, что Нитьянанда Прабху, он Баладев. И в то же самое время, что значит саньяс? Каково значение саньяса? И подлинное значение саньяса — это посвятить свою жизнь полностью лотосным стопам Кришны или Его и делать все для Его удовлетворения. Это зовется саньяса. И вот Вишну Приядевина в этом отношении лучший саньяси, Джанава Такуранина тоже лучшие саньяси, Хималата Такурани тоже, Гангамата Такурани. Это сестра Нитьянанда, она тоже лучшая саньяси. Что значит саньяса? И Махараш говорил однажды, вот эта саньяс-мантра, она в Бхагаватам приводится, вот это. И что это значит? Вот это сокровенная саньяса-мантра, не осознав эту мантру, никто не может принять саньясу по-настоящему. Есть тысячи свидетельств в шастрах. Я могу показать вам, что если вы, у вас есть склонность к наслаждению, если вы не развили достаточную непривязанность к материальному миру, то зачем вам принимать саньясу? То есть саньясу должны принимать крайне достойные люди, а не все подряд. И есть те, кто развили огромную любовь к Кришне, огромное, колоссальное влечение к Кришне. И вот если можно найти, что если кто-то всегда хочет слушать Харикатху и не может жить без Харикатхи, и это признак, в Бхагаватам говорится. You are kapat.
Если у того, кто говорит Харикатху, у него нет связи с Гуру-Варгой, то такая Харикатха не может изменить наше сердце. И вот Харикатха в сердце Гуру-Варги, она всегда происходит. Харикатха и Харикиртан непрерывно происходят в их жизни. И Нитянанда Прабху, он Баладев. Нитянанда Прабху в своей жизни, что он делает, что не делает, все зависит от Гуранги. Если наша жизнь не посвящена Гуру-Варге и Бхагавану, то нельзя сказать, что мы посвятили себя Гуру-Варге и Гурудеву. Если мы посвятили свою жизнь Гуру-Варге, то мы будем чувствовать, что Гуру-Варга ведет нас. Она всегда с нами. И Нитянанда Прабху. Я сказал, что Нитянанда, он первое проявление Бхагавана. Он первое проявление Гуранги, или я могу сказать, что Баладев, он первое проявление Кришны. Баладев, он может оставить за собой право наслаждаться. Поскольку Баладев, он одновременно он Ашра Виграха и Вишай Виграха. Это все правильно. Только для Баларама, для Нитянанды это применимо. Нитянанда Прабху, он не отличен от Гуранги, это его первая экспансия. И можно сказать, что Нитянанда Прабху Баларам, он Ашрая Виграха и в то же самое время Виша Виграха. Махарадж вскоре статью опубликует, и там можно найти. И вот там Вриндавана Стакур пишет, хотя баба она смешана. И хотя в Балараме может быть смешанная баба, что это значит? Это смешанная баба, Дася баба, поскольку мы его слуги. И в то же самое время Саки баба. Да или нет, поскольку Баларам, он является лилой с Кришной, Дася баба. И я говорил в тот день, что Баладев, он старший сын Яшоды или Рахини. И вот он старший брат Кришны, поэтому Яшода дала ему наставление, чтобы тот следил за своим младшим братом Кришной. Это значит, что вы можно признать, что в Баларами есть Дася Баба, Саки Баба, и поскольку он старший брат, также Ватсали Баба в нем есть. И вот три этих Бабы, они есть в нем. Но все же мы не должны забывать, хотя я говорю Сиданту таким образом, мы не должны забывать то, что Вриндавана Стакур описал. Может, есть какая-то смешанная баба в смысле, иногда Ватсалья преобладает, иногда Сакхирас, иногда Даси. Но все же Вриндавана Стакур Махаша пишет, несмотря на это, Дася Баба, она доминирует. И те, кто слепы,
для них. Я хочу показать, смотрите. И вот те, кто неправильно понимают Баладева, и вот можно привести пример сочетания Бхагавата. Вриндавана Стакур говорит нам, что Дасья Бхава, она доминирующая. Хотя другие бабы, конечно, там есть, но главное Дасья, без Дасьи он ничего не хочет слушать. Даже в Ватсале Расана далеко не столь значима. И если она есть, даже, то она все равно смешана с Дасьей. Если Саки Раса, то тоже можно видеть, что она смешана с Дасьей Расой. В какой-то день я могу более подробно об этом рассказать. И вот почему Нитинанда женился. Мой первый ответ, то, что мы не должны сравнивать действия Баларама со своими действиями. Почему Баладев Нитинанда, он нарушил, сломал эту саньяса Данду Гуранге и выкинул ее. Почему? Поскольку Нитинанда Прабху, он говорил с Данде, это глупая Данда. И вот Махапрабху пошел принимать омовение, оставил Данду на попечение Нитинанды. Нитинанда начал говорить с ней: «О, Данда, я ношу тебя». А, ты говоришь, что мой Господь находится, Махапрабху, мой Господь находится в моем сердце. Он носит тебя еще, поэтому я не могу потерпеть. И поэтому я тебя сломаю. И вот он сломал Данду и выкинул. Нитинанда Прабху не специально принял саньясу, это обширная тема. И это случилось по воле Бхагавана. Нитинанда, он авадхут саньяси. Авадхут значит то, что может делать это все. Но мы не должны обсуждать это или подражать ему. Нитинанда Прабху саньяс, но о парамахамсах, о тех, кто авадхуты, говорится в Бхагаватам. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: что не за пределами правил и предписания. Мы не можем как-то ограничивать их какими-то правилами и предписаниями, нет. И мы должны помнить об этом. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: внешне можно видеть, что вроде такие люди со сумасшедшим, ну как-то или чем-то похожи, но это не так, они просто поглощены этой Бхавой Кришна Прамой. Иногда смеются, иногда плачут, иногда катаются в пыли. И вот такие авадхут саньяси могут отказаться от данды, от одежды, от командалы и прочих атрибутов саньяси, поскольку они авадхуты. Бхагаван, он пребывает в их сердце всегда. Что толку от саньяси, если сам Господь пребывает в их сердце?
И вот Махапрабху после принятия саньясы однажды сказал по пути во Вриндаван, он сказал, что толку от принятия саньясы. Према, любовь — это мое богатство, и что толку от принятия саньясы? И что этим хотел сказать Махапрабху? Он провозгласил это секрет, то, что главное, ради чего принимают саньясу, это чтобы развить огромную, бесконечную любовь к Бхагавану. Это главное, ради чего принимают саньясу. Нитянанда Прабху принял саньясу, как? Это долгая история. Кто-то сказал, что Нитянанда не было ни Данда, ни Камадала, но они были, можно вспомнить, когда Нитянанда пришел из Вриндавана, чтобы встретиться с Гуранга. Нитянанда пришел, остановился в доме Нандачари. Там они встретились с Махапрабху. И тогда Нитянанда остановился в доме Шивас-пандита. И вот однажды утром брат Шивас-пандита, Шридам его звали. И вот он вышел на веранду и увидел, что Данда и Камандала сломаны, разломаны на части. Подумал, что случилось, позвал брата, сказал: смотри, Данда и Камандала сломаны. Гуранга Махапрабху пришел. И вот он взял эти разбитые Данду и Камандалу и пошел на Гангу. Он не кричал, не возмущался, заметьте. Просто пришел, взял эти сломанные вещи и пошел принимать омовение в Ганге. И это значит, что это одобрено Гурангой. Вот по этим косвенным признакам можно понять. Любое чистое преданное, все, что бы они не делали, они делают это, каждое их действие, оно совершается по желанию Гуранги, по желанию Кришны. Чистые преданные, все, что бы они не делали, они делают это по желанию Бхагавана. Если Нитянанда сломал Данду и Камандала, то значит, на то была воля Верховного Господа. Это причина. То есть была причина какая-то на это. И потом Баладев, он носил синюю одежду. Такого глубокого синего цвета. Это такой цвет, это символ бесконечности. Если посмотреть на небо, на то, что такого голубого-то синего цвета. And going to throw
Вот физика как-то объясняет вот это, почему небеса такого сине-голубого цвета. И вот Нитянанда, он носил эту голубую одежду. И Баларама носил, а Кришна носил золотого цвета одежду. Золотой цвет — это символ Радхарани. И поэтому Радхарани, чтобы Кришна, чтобы выразить почтение Радхарани, он носил одежду золотого цвета, а Баладев носил синюю одежду. Баладев Нитянанда, он Анандадев. И поэтому так никто, кроме никакие саду саньяси, ни бабачари, никто не может, не должны носить такую такую синюю одежду. Это признак бесконечности. И таким образом женщины могут носить, там не проблема. И когда все гауди отправились в Пурушоттам даму во время Чатурмаси, все гауди, они шли туда, чтобы встретиться с Господом, их сердце Гурангой. Каждый год они шли. Однажды. Кто знает почему? Когда все преданные уходили, Махапрабху плакал и давал им свой последний даршан. Преданные приходили, смотрели на Махапрабху, плакали, Махапрабху тоже плакал. Мой Гурудев написал книгу «Сердце Кришны». И вот преданные — это сердце Кришны. И Кришна — это сердце преданных, как в этой шлоге говорится. И таким образом, кто знает почему, никто не знает этот секрет. По пути в Бенгалу, когда Чатурмаса закончилась, и Махапрабху позвал Нитянанду в комнату к себе. И вот Махапрабху позвал Нитянанду и сказал, кто знает что, о чем они говорили. Когда Нитянанда вернулся, они проявили великолепную лилу. И что же это за лила? Гауранга Махапрабху говорит, что мы должны проповедовать Кришна нам, Кришна Катху, от двери к двери всем обусловленным душам. Все, у всех у них должна быть возможность услышать святое имя. Даже мусульмане, им тоже позволено слушать Кришна Катху. Нет никакого, никаких ограничений. И после этого Гауранга Махапрабху начал проповедовать. Однажды. Я хочу сказать многое, но времени мало. И Сурьядас Пандит, и Горидас Пандит, Кришнадас. И вот эти, пять Кришнадасов было, пять братьев. В смысле, один Горидас, другой еще какой-то Дас, и вот Горидас Пандит в Калне. Там Гуру Нитянанда в форме божеств. Brother of Goridas Pandit is Surjadas Pandit. One day,
И брат Гауридаса Пандит, это Сурьядас Пандит. И вот иногда однажды Сурьядас Пандит думал о том, как выдать замуж своих двух дочерей. У него было две прекрасных дочери. И вот он думал, где же найти достойного мужа для них. И вот ночью во сне кто-то дал ему наставление, что твои две дочери, они вечные Шакти, Нитинанда, Баларама. И что ж ты думаешь? Он проснулся и подумал, Нитинанда, Баларама, поскольку Ревати и Варуни, эти две Шакти, Баларама. They are coming in the form of, you know, Janava Devi and Vasudha. И вот они явились в форме Джахнави и Васуда. В Бхагавате можно найти обсуждение. И вот там говорится, что они были дочерью великого царя Равадраджи. Он в Сатьюгу жил, был подобен огню. Однажды Реватраджа думал, что же делать. Как же... И вот пошел, Брахма спрашивает, что же делать, и Брахма сказал, что вечный муж, она, а то есть эти твои дочери, они вечные Шакти, Баладева. Поэтому ты возвращайся назад сейчас, ты пришел ко мне, пока ты шел туда-обратно, пока вопросы задавал, Сатьюга давно кончилась, Трета-юга кончилась, два парка уже конец. То есть на этой Брамалоке время гораздо медленнее идет. И когда мы осознаем, хотя бы как Эйнштейн, осознание времени — это очень важное. Иногда он думает, что такое время. Время как время. Но Эйнштейн, он... К нему пришло какое-то осознание насчет времени. Но хотя бы если мы можем понять, хотя бы как он, что время — это Махакал. Что время течет с незапамятных времен, как в воды Ганги, когда мы родились. Время шло гораздо еще до того, как мы рождались в различных формах жизни. И сейчас, по своей великой удаче, вы пришли в Навадвипу, если вы сможете оценить вашу удачу, то вы будете плакать, насколько вы удачливы, можно видеть, сколько людей в мире, и среди них. Всего лишь несколько
очень малое количество людей совершает харибаджан, очень малая часть процента. И вот Ревати и Варуни, они вечные шакти Баладева. И Джакнова и Васуда, они вечные шакти Нитянанда. Почему Нитянанда женился? У нас нет права говорить так. Мы забываем, что он Бхагаван. И вот сейчас кто-то спрашивает, я хочу ответить. Если кто-то спросит, что идеализм, показанный Махапрабху, Гуру Вайшнавами, мы должны следовать. Вот кто-то может задать такой вопрос. И вот Бхагаватам говорится, те, кто великие личности, как Шанкар Бхагаван, как Кришна Баларам, мы не можем имитировать их. Бхагаватам говорится, с времени будет достаточно, я буду говорить на эту тему, и вот там говорится, что имитация, если мы будем имитировать Гуру Махараджа, это запрещено. Мы можем следовать Гуру Махараджа, следовать Гуру Махараджа и имитировать его, это разные вещи. И вот когда великие личности, те, кто говорят так, что у нас нет права имитировать, мы должны следовать их наставлению, как я могу дать пример. Шрила Бхактивинода Тхакур совершает харинам, а сахаджи рядом поют какие-то киртаны, все танцуют, и Бхактивинода Тхакур повторяет харинам. Но можем ли мы так делать, хотя внешне может выглядеть, но это не так, как кажется с первого взгляда. Или кто-то может вспомнить, что Шрила Прабхупада в Даке, в Джуланбаре, и там Шрила Прабхупада повторил харинам и объяснял Бхагаватам Джанма Дасью. И вот в течение месяца происходило, Шрила Прабхупада объяснял эту шлоку. Можем ли мы так делать? То есть он повторил харинам и одновременно шлоку объяснял, возможно ли это для нас. Гуру Махарадж говорил, что Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он ходил с утра по коридору какому, ну, в смысле, не по коридору, по саду, он ходил. И было четыре преданных Прановананда Брамачари. Потом, в общем, было Сундарананда, Ананта Васудав и еще кто-то. В общем, было четыре преданных, которые записывали за ним. И вот Шрила Прабхупада одно время повторял харинамы, параллельно диктовал четыре разных статьи в Гаудии. И при этом не запутывался нигде. И вот он диктовал, уточнял, докуда они написали каждый. И так это все параллельно делал. Это невообразимо для обычных людей. Даже полубоги так не могут делать. This way, you can see,
И в тот день, когда мы сможем совершать баджан непрерывно, то мы сможем все помнить и говорить харикатху перед тысячами людей, поскольку памятование, оно придет к нам. Оно придет к нам изнутри. И вот этот Сурьядас пандит, он побежал к другу браману и сказал: «О, мой друг, смотри, что пришло ко мне во сне, что же делать?» Браму сказал: «Почему нет? Это указание Господа на это, поэтому иди, где Нитянанда Прабху, и там Шива Сангани в Майпуре, в Навадвипе, иди к нему, и сделай предложение». И вот, он пошел и сказал Шивасу, Шивас был счастлив. И это рассказали Нитянанде, что Прабху благословит Сурьядаса пандита, возьмите его, дать дочери к себе в жены. Нитянанда засмеялся, да. Я приму их. И вот Нитянанда принял его предложение. И вот имя Сурьядас Саркел. Саркел — это бухгалтер по-русски. Поскольку он работал бухгалтером местного царя Бенгала, у него титул был такой Саркел. Или Шаркел. Как-то так. Как сейчас, ну, разные виды бухгалтеров, тот он фамилию такую получил. И вот когда он услышал, что Нитянанда принял его предложение, он обрадовался и начал танцевать от радости. И вот начали готовить эту свадьбу. И вот одну его дочь звали Васуда Бхагаваджанова. Васуда, она старшая была. И вот то место, где они женились, это тоже в Калне находится. И после этого Нитянанда начал путешествовать по различным местам. Сначала он приехал с Трица Сачима. Сачима, она была очень счастлива. Она была настолько счастлива, что она обняла Джахну Васуду, поцеловала ее и сказала: «Моя дочери, вы очень удачливы». И Нитянанда посетила много мест, был в доме Адвайта Гасая в Шантипуре, и там также Сита Такурани, жена Адвайта Гасая, ее Шакти. Мы должны говорить, жена как бы не очень уважительна. И она тоже обняла их. И они жили какое-то время там, в доме Шачиматы. Иногда в Шивасангане, в общем, они так какое-то время жили в домах преданных. И в итоге я хочу сказать о Джахнуве Такурани. Джахнуве Такурани я уже вначале сказал, что мы не можем обрести милость Бхагавана.
прямо мы можем обрести милость Бхагавана через Тадшакти и Тадпракаш. Тадпракаш значит Тадпракаш Вигеха, и Тадшакти значит наша Гурвага. И вот через Шакти, или тот Пракаш, Дхамма это тоже Пракаш. Это Дхамма, где мы находимся, это тоже Пракаш. Это тоже Пракаш всего в Шакти. И таким образом мы обретаем милость от всего. И через Шакти, через... Я уже сказал, в один из дней я могу обсудить это, что те, кто великие, как Бхагаван, те, кто аватара, мы не можем имитировать их. Шанкар Бхагаван, он выпил яд. И стал синишеем, когда Шанкар Бхагаван выпил яд. То вот эти несколько капель капнуло на землю, и из этих капель яда произошло множество змей, скорпионов и прочих ядовитых тварей. Хотя всего лишь несколько капель упало, и столько всяких ядовитых существ произошло. А и вот если вы хотите сказать, что будете имитировать Шанкар Бхагавана, то это невозможно. Как капля, если, ну вот можно привести пример с ядом, даже от капли яда, даже от запаха этого яда вы умрете, а Шанкар он выпил его, и как можно имитировать его? И поэтому мы не можем имитировать поведение Шанкар Бхагавана, мы не можем сделать ничего даже близкого подобного, как все полубоги, все остальные не смогли принести Гангу на землю. Тогда этот Бхагиратх, он взмолился Шанкару: «О, Шанкар, моя Ганга снисходит с небес, точнее не с небес, с более высоких миров, с трансцендентных миров». И вот имя Ганги на небесах Бхагавати, как-то так. Здесь Алокананда. И в нижних мирах Мандакини и другие имена. И вот когда Бхагират Махарадж попросил Шиву помочь, то Шива Шанкар согласился и вот сделал какое-то место в своих волосах, и Ганга с небес начала течь к нему на голову и запуталась в его волосах. И потом попросили, что Шанкар не держать Гангу в своих волосах, а позволить ей течь дальше. И вот таким образом Ганга она пришла в этот мир. И то, что может делать Шанкар Бхагаван, мы не можем подражать ему. То, что Кришна делает, тоже не можем. То, что Баладев Нитянанда, тоже.
поскольку имитация, из имитации мы поможем погибнуть. И в Бхагаватам говорится, что мы должны следовать наставлениям таких великих духовных личностей, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур. Мы должны делать то, что они говорят, следовать их наставлениям. Бхагаватам говорится, те, кто по-настоящему разумно, не будут их имитировать, они будут зависеть от наставлений, которые они дали. Мы не можем следовать Кришне, ну, делать то, что Он делает, имеется в виду. А мы должны делать то, что Кришна говорит нам в Гите Бхагаватам. Поскольку Бхагаван Си Кришна, почему он что это делает? Мы думаем, что для наслаждения Расалила, она для наслаждения, но хотя я много говорил о Расалиле, но все же я недоволен. Я знаю, какие-то материалисты, они думают, заняты своими материальными делами и не могут понять, почему Кришна совершает расу. Это не для его наслаждения. Кришна не привязан к наслаждениям. Есть гораздо более глубокое значение всего этого. И то, что делает Баларам, тоже мы не можем имитировать его. То, что делает Шрила Прабхупад, тоже мы не можем даже близко ничего сделать, а должны следовать их наставлениям. И вот Джанова Мата, она одна из лучших ачари, но это не значит, что мы должны делать женщин ачарями. Это глупо. Джанова Мата может действовать как ачарья. Ганга Мата может действовать как ачарья, но обычные женщины не могут действовать как ачарья. Те, кто полностью находится за пределами влияния этого материального мира, то они могут, как Джанова Такура, они... Джанова Такура, она не отлична от Нитянанды. Почему? Из Веданта Сутры мы знаем, что Шакти Матур обет. Шактиман и Шакти, они не отличны друг от друга. Радхарани и Кришна, они не отличны друг от друга. Есть много свидетельств из Бхагаватам, из представления Бхагаватам, из Сканда Пурана, Саеваса. Кто Радхарани, она есть Кришна. А кто Кришна, он есть Радхарани. Но мы не можем этого понять. И вот Джанова Такурани, она не отлична от Нитянанды. И когда Нитянанда ушел из этого мира, то самадхи Нитянанды нигде нет, поскольку он ушел в банке Бихари, он в банке Рай, точнее, в Икачакре, он слился с божеством. Джахнова Такурани также слилась с божеством, и Махапрабху тоже таким образом ушел. Он слился с Тота Гопинатхом, Адвайта Гасай, с Мадан Маханом. Поэтому их самадхи нигде нет. Логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине. Я много раз предупреждал. Я хочу многое сказать о Джахнове Такуране, и в то же самое время я хочу сказать о Рама Шакти, Сита Деви, где на всех времен найти. Джанава Такурани после
того, как ушел Нитянанда. Я кратко говорю его Джанава Такурани. Явила Лила Ачарья. Она начала действовать как Ачарья, у нее было много учеников, но это не значит, что мы можем женщин делать Ачарьями, это целиком неправильно. В Упанишадах мы можем найти какие-то женщины, Майтрея, Гарги, Катайни. Они за пределами всяких телесных представлений и ограничений. Нельзя сказать, что они женщины. Мы можем сказать, что они риши в женском теле. Они так много дали нам стихов, веды и прочее. И вот они за пределами телесной концепции. Они могут носить шафрановую одежду или саньясу даже. Они за пределами всяческих телесных концепций. Они могут следовать брахмачарье, а обычные люди не могут. Обычные женщины не могут. И вот только те, кто за пределами телесных ограничений, в смысле, что я хочу сказать, те, кто находится за пределами телесных ограничений, значит, что они обрели уже трансцендентное тело и могут действовать как ачарья. Это не вопрос голоса или голосования. С помощью голосования нельзя выбрать ачарью, это невозможно, это автоматически происходит. Ачарья, он является, он самопроявленный. И вот Джахмара такой, они действовали как ачарья. Так много вещей я хочу сказать, но нужно еще обсудить важные вещи сегодня, как Хетури Утсав. Он такой непревзойденный. Вместо сейчас Бангладеш отошло Расасай, Сантош Датта был царем. Он был. И вот в истории мира, в истории этого мира никогда такого праздника не было. Такой он самый крупнейший праздник Кхетури, Шинивасачая, Рамачанда, Шемананда Прабху, народом такого. Когда Гуранга Махапрабху ушел, Нитинада ушел, а до этого Гасев ушел, Шивас Пандит, Гададхар Пандит, когда они все ушли, после этого по воле Гуранги Махапрабху Шинивасачарья, он изошел из Гуранги Махапрабху. Нарутам Такур, он тоже, он из Нитянанды, Шьямананда пришел от Адвайта Гасая. В шастрах говорится, что они не отличные гуранги. И вот они очень широко проповедовали. Они были великими преданными, они вечные спутники Махапрабху. И вот они начали проповедь и там Кхетури Утсав, Джанава Такурани. Она была председателем этого собрания, все организовала там. Все приходили, кланялись ей. Но Джанава Такурани ради нашего, ради того, чтобы дать нам пример, она никому не кланялась. Наоборот. Она тоже кланялась всем, кто кланялся ей. Она организовала весь этот праздник, всю готовку для шести божеств. Там было от Шинивасачарьям установлено шесть божеств. Это был такой золотой период. И вот Джанава Такурани готовила для божеств, и даже после
того, как от его стихи. Это в день явления Гуранги, в день Гуру Пранимы, в предыдущий день от Атхивас, явления Гуранги Махапрабху, в предваряющий день. Все эти шесть божеств были, они начали киртан, и Джахна Такурани видела это, плакала, и Гуру Нитьянанда не явились в этом киртане, можете ли представить? Они совершали киртан, Рамачандра Кавираджа, Шринивасачарья и Гора Нитьянанда явились там, в санкиртане Ягитане. И все удачливые души, они видели их. И таким образом, это был такой, самый такой крупнейший фестиваль. Вот говорится, что ни в прошлом ничего подобного не было, и в будущем тоже никто не сможет повторить такое. И после этого Джанва Такурани с какими-то преданными пошла во Вриндаван, и во Вриндаване она приняла пыль со всех святых мест. Получила множество даршанов в Вриндаване и близлежащих мест. И все Госвами, Джива Госвами Пад, и все остальные, они пришли поклониться ей, но также поклонилась им Маду Пандит. Тоже его день ухода, где на всех время найти. Но могу сказать, что Маду Пандит, он ученик Джанва Такурани. Он был Нишкинчан Саду. Он жил в Амшивате, там, где Расастхали, где Кришна являлся своей лилой, и однажды Маду Пандит созерцал множество лил. И вот он видел Кришну Баларама во всех сакх, и вот он созерцал эти лилы, он упал без сознания. И вот, когда он упал так без сознания, он увидел Кришну со всем его окружением. А потом, когда очнулся, то одно божество, божество Гопинатху увидело, откуда оно взялось. И вот он начал поклоняться этому Гопинатху. Он великий преданный. Махарадж обычно жил вот в его месте, в Гопинатгире. Рядом там с Самадхи, с Маду Пандитом. И вот Джанва Такурани с Вриндавана вернулась. Она широко проповедовала. И жена это дочь Нитьянанды Гангамата, а сын Вирабхадра. Но у Джахнави Такурани детей не было. Она действовала как ачарья. Детей у нее не было, в общем. И мы очень счастливы. Наш Бхактивинода Тхакур плачет и говорит: и вот Бхактивинода Тхакур, он молится Джанва Такурани, он написал киртан в ее честь, вот с такими словами. By taking
что, приняв прибежище от твоих лотосных стоп, мы решили пересечь этот материальный мир, материальный океан. И вот Бхактивинода Такура пишет, вот Джаганнат Такура, они, пожалуйста, благослови нас, даруй нам свою милость, и приняв прибежище от твоих лотосных стоп, они подобны лодке, на которой мы можем пересечь этот бесконечный материальный океан, творение, это материальное творение. И другое имя этой Джахнавы Такурани – это Ананга Манджари. Мало кто знает Нитянанда, он внутри Расалила. И Нитянанда. Он уже там в Расалиле, но не прямо, а в форме Джахнавы Такурани. Ананги Манджари. И я был недавно во Вриндаване, и когда я совершил парикраму, и вот во Вриндаване Джаганнат Такура, она жила под каким-то деревом, и вот оттуда я кланяюсь Радакунди, Шимакунди, вот Махараш обходит то дерево, оно где-то там во Вриндаване. И мы должны, мы можем непосредственно поклониться Джаганнат Такура, поскольку она гуру. И так или иначе, Джаганнат Такура – это Ананга Манджари. Она уже там в Расалиле, участвует в Расалиле. Я хотел много сказать, но времени на все не хватает. И также я хочу сказать немного о Сите Такуране. Сита Такуране – это Шакти Рамачандра. Если я не скажу ничего про нее, это будет оскорбительно, может, еще немного времени займет, но Сита Такуране – она вечная Шакти Рамачандра. Я имею в виду Рамачандра. Он не отличен от Сита Деви. Сита Деви, она являла великолепный пример. Сита Деви родилась в Джанакпуре, в Митхиле. Северная часть Бихара, Джанакпури, там Непал рядом, Роксол на границе. И вот Сита Такурани. Это дочь Джанакараджа. И вот Сита Такурани вечно Шакти Рамачандра, и поэтому Рамачандра женился на Сита Деви. Это Свайамбар Саба. В те дни была такая традиция, что эти дочери, девушки выбирали себе мужа, и вот Сита ходила с гирляндой, смотрела, и в итоге увидела Рамачандру, и она предложила ему гирлянду. Рамачандра был очень высок, и она ждала, как наклонится. И Рамачандра, там отдельная история про них. И вот Лакшман видел, что Сита пытается
дать, надеть гирлянду на голову, но тот слишком высок и не достает ему. И как в пожилом возрасте Гопинатха Пандит не мог дотянуться с гирляндой до Гопинатха, и поэтому Гопинатха он встал на до колена, чтобы тому было проще предлагать гирлянду. И таким образом Рамачандра, он, Лакшман, он пришел, прикоснулся к стопам Рамачандры, то Рамачандра, он сказал: «О мой брат, что ты делаешь?» И наклонился, и Сита предложила гирлянду ему. И они поженились вскоре, и вся Рама-лила, когда Рамачандра был отправлен в ссылку, поскольку без ссылки эта лила не могла бы принять форму, полную форму. Поэтому эта ссылка должна быть, там я уже говорил, ну, Махараш написал статью насчет Сидданты Рама-лилы. Эта ссылка должна была случиться, поскольку если бы не было, то как бы эта лила вообще случилась? И вот таким образом Рамачандра, он специально и Сита-деви пошла вместе с ним в ссылку. Лакшма также, если бы они не пошли, кто бы мог совершать лилу? Махарадж был несколько лет назад в лесу Дандакарани. Тогда нет царицы и Мадхи-Прадеша. И вот мы посетили это место, где Равана похитил Ситу. И там кто может похитить Ситу? Махапрабху перед преданными Рамачандры. И вот преданные Рамачандры, они беспокоились, что их Сита похищена. Наш Гуранга Махапрабху говорит: как это возможно? Сита — это вечная энергия Рама. Раван — он ракшас, демон. Как? И поэтому не плачьте, Равана не может похитить Ситу, Сита — это его шакти, он даже увидеть ее не может, не то что похитить, а просто похитил какую-то тень. И вот когда это происходило, Сита приняла прибежище у Агни, а тень Ситы, она это не настоящая, да, Сита, Майя Ситы. Майя Сита, она была похищена Раваны. Как Махапрабху говорит, даже Раван, что говорит то, чтобы прикоснуться к Сите, Раван даже не может увидеть, где Сита, она трансцендентна. И то лилу разлуки. Они явили это все для нашего блага, для того, чтобы мы видели их пример. Если бы Сита не была бы похищена,
то кто бы мог убить Равана? И вот Рамачандра построил мост, Даланки пошел со своими войнами. И вот они пошли, чтобы напасть на Ланку с великим энтузиазмом. Наш Хануман, он сжег всю Ланку. Кто-то может возмутиться, что Хануман сделал, стольких людей убил, Ланку сжег, но этот Хануман говорит, я ничего не делал плохого, это все по указанию Рамачандры, это было служение Рамачандре. И поэтому должны быть очень осторожны относительно Кришна, Баджана, Татва, Джахнавы, такое они очень глубоко и обширно, но времени нет. Хочу сделать заключение, что без милости Джахнавы Такурани, Ананга Манджари, мы не можем войти на путь Рупануга Баджана. Ананга Манджари, она младшая сестра. Поэтому не расслышал кого. И вот если мы молимся лотосным стопам Нитьянанды, значит, мы молимся лотосным стопам Джахнавы Такурани, и вот, чтобы пересечь этот материальный мир, я начал с этой шлоки. Any question you have? No? I give you answer, na? Any question you have? No question? Okay. Then if you have any personal question, then we have to sit with some devotee. But if you have open question, you can put in front of me, I can give answer, then I can go. Maharaji, this shadow of Sita. Oh, this I can explain. Shadow means not like your shadow. Тень Ситы в трансцендентном мире, можно тоже вспомнить, что день Дурги, как Йога Майя. Вот да, Дурга — это тень Йога Майя, но кто-то поклоняется Дурге, видит ее, как пример я могу привести. Один царь, могущественный царь, он бесплакал, горевал о какой-то абсаре, Урваши, из Бхагавата можно вспомнить этот Пурава, по-моему. Пурава. И вот он горевал об Урваши, то, что она ушла. Она очень хитра была, наслаждалась какое-то время с Куравой, потом бросила его. И царь Пурава горевал, думал, что без нее не может жить. И в итоге эти Гандхарва, они послали какую-то ложную тень Урваши. Это было не Урваши, похоже на нее было. Ну, какое-то время с ней находился, потом понял, что это не Урваши. Когда мы приезжаем в город Даму, что мы должны делать? Duty. Duty.
И вот наша обязанность слушать харикатху, совершать санкиртаны с преданными, поскольку всю жизнь мы занимаемся сатсангой. Сатсанга очень редко выпадает. И если у вас если сатсанга появляется на вашем пути, и вы занимаетесь сатсангой, это зеленый сигнал на вашем пути. Сатсанга значит зеленый путь, зеленый свет на нашем пути, никто не может остановить нас. Но факт в том, что мы в нашей жизни мы живем где-то, где сатсанги нет, но мы пытаемся как-то совершать сатсангу через харикатху хотя бы в уме. И вот в уме и физически для обусловленной души это одобрение нашей гуруваги. Для обусловления души физически и в уме мы должны совершать сатсангу. Если мы живем где-то в Америке, это не значит, что мы не должны совершать сатсангу. Гуру Махараджа шел, Шрила Прабхупада ушел, Кешава Госвами Махараджа шел, Шанта Госвами Махараджа, Сиддхартха Госвами Махараджа шел. И все же мы можем помнить их и обрести таким образом, служить их харикатху и обрести общение с ними. И в вашей жизни, если вы живете далеко, то все равно мы должны помнить о Гуру Вайшнавах, помнить о их наставлениях, слушать харикатху, и наша обязанность слушать харикатху непрерывно. И помнить, не только слушать, если мы, как, например, если кто-то слишком много съест, то может несварение какое-то возникнуть. И в этом проблема, и если мы слушаем харикатху, то мы должны жевать и переваривать эту харикатху. Мы должны помнить всю харикатху и всем сердцем помнить ее, иногда обсуждать эту харикатху, задавать вопросы, пытаться глубже понять, каково осознание. Может, у вас какие-то слабости, недостатки, но все равно мы должны пытаться идти вперед. Я не предписываю вам спать 10 часов, но что делать? Если кто-то на харикатхе спит, лучше спать не во время харикатхи, а в другое время. И вот мы должны зависеть от Нитянанды Джагнатха Курани. Что-то придет в вашу жизнь, что даст вам новую жизнь. И мы должны непрерывно совершать сатсангу. Не то, что утром мы слушали харикатху 2 часа. Но также я хочу сказать, что непрерывная сатсанга, она может дать вам успех в вашей жизни. Это причина, по которой вы приехали сюда, это и есть сатсанга. Ничто иное. Сева. Что значит сева? И вот мы должны продолжать совершать баджан. Если мы совершаем баджан, слушаем харикатху, то тогда какие-то вопросы возникнут, а если не возникают вопросов, то значит, что баджан мы не совершаем, как вот в школе. Говорят, что если у вас нет вопросов, значит, плохо учитесь. Не чувствуйте себя в одиночестве.
Если вы чувствуете себя одиноким, это какая-то хроническая болезнь, вы не одиноки. I'm very happy that you come from long distance to bless to keep on me. Kishnadas mother, she also like to come to bless me from long distance. Very happy. At least for one time, Maharaj, and say why? Why one time? He can live for long time. She is crying and speaking. At least for Maharaj, one time I like to see her. Like to see, you know, one time. Why one time? Why not? Many times. So, what?